Ну, бери ворлока с шолдер-чарджем, господи, какие проблемы-то. Ну давайте раздавайте все и цепляйтесь к нам, мы тогда пойдем, не знаю, в тот же рифт или что там сейчас на неделе есть. Сейчас я посмотрю. Clash, Rift, Illumination, Skirmish, Rumble, Supremacy. Божечки. Нет, скорее всего. Всем В привет. Supremacy по-другому считаются очки, там же за кресты по одному дают. Привет, Вова. Ты там чекин не в партии или что? Чекин? Нет, Чекин нас игнорирует. Бионика-то самая лучшая у электрички фигня же. Конечно. Ну, то есть ты едешь на чуваков, они такие, давай тебе тимшотить, а ты хоп, телепортируешься, им за спину разворачиваешься и зажариваешь их всех толпой. Привет, чатин, цепляйся к нам тоже. Ну, мы тоже пойдем в рифт. Да. Потому что надо ходить в приватке с нами, тогда будет нормальный КД. Да ладно, не может такого быть. Да, он иди с Артемом. У тебя КД будет 0, а у Артема 12. Ну да. И все. Так это же самое легко, Миш. Давай, пойдем в рифт. И начнется следующее. Так. Фил выбирает клэш. Не, я вообще не Я хочу. сходил, а там Анеп, он искал народ. Да, там Костя ходит, и Герман ходит, и кто-то еще хотел. Но мне кажется, что не наберется просто нормальной толпы сейчас. Тапот еще хотел. Видишь, народа маловато. Ну, тапот пусть появится, как бы тогда у вас будет там сколько уже, 5 человек получается на рейд, в общем-то, можно и стартануть. Мне тупо лень, время 12 часов, это значит сейчас рейд на харде, это в 4 часа мы только оторвемся от варприста и... не. Ну, тем хуже. Тогда мы в 4 часа только от лосика оторвемся. Я оптимист, да. Так-то в 6 мы могли оторваться, а так только в 4, поэтому как бы я очень оптимистично подхожу. Есть вероятность, что мы на лосике вообще застрянем, потом все скажут факт защиты, мы располземся и оставим его на завтра.
я не куплюсь, нет. Куда вы меня тащите? Не, если фосика не убиваешь с трех раз, ну, с трех траев, то пиздец. То зависли на нем навсегда. Такая хрень. Так, мне тут скаутка упала, бля. Так, а мы куда идем? А он что-то глючил после мейнтенанса. Сегодня они опять API поломали, похоже. Ну да, мы на орбите там мы ждем, мы пока что еще терпеливые. Привет всем. Привет. Вы в PvP, да, играете? Угу. И тебя зовем. Ясно. Слушай, ну я сделал просто, я пошел в ГИМ, отсортировал там все по рейтингу. И все, что меньше там 3,5 звездочек или без звездочек, поудалял к хренам все. Фига ты живешь, а? Ну поставь планку, типа, и все, что меньше 5 звезд, удалять и все. Не, ну он там достаточно рандомный там, да, но просто останутся рандомные пушки. Пару своих любимых оставь там. Окей. Ну просто кому-то больше нравился трипл тап. Фил, ты хочешь к нам прицепиться в ПВП? Фил. А так пока я не вижу. А из вас никто не хочет, да? Не, я сегодня не беглец по машинам. Угу. Меня от прошлого прохождения еще подташнивает, поэтому пока не хочу. Ну, можно в другой какой-нибудь. Вот, смотрите, текила еще есть. Берите текилу, вот у вас уже почти рейдовая группа. Привет. 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 Ну, не обязательно в машину, можно куда-нибудь еще там смотреть. Вообще пошел. Нормально, ну можно переключаться, типа, хочешь такую, хочешь такую. Так, ну что, у нас еще два места, и мы стартуем. Давайте, кто там хочет подцепиться. Так, одно место еще. Еще одно место, кто хочет прицепиться. Это
Беркус, насчет бета, если ты, если, например, я заказал, ну, в PlayStation Store, да, бета, Да. мне надо какой-то код или еще что-то Тебе какой-то знаешь, что надо сделать? сертификат. Тебе надо открыть ее на сайте. И там на сайте прямо на вот store PlayStation.com, на сайте на первой странице он будет просто бета ткнешь, и тебе скажут типа купить, ты говоришь купить. Они скажут купить за бесплатно, ты скажешь купить за бесплатно. Окей. Да? Это сайты PlayStation Store или что? Или что? В PlayStation Store, да. А, окей, нет. Я не смог найти на самой плойке в сторе, мне пришлось пойти на сайт, там оно точно есть. Я даже написал на На Банжи форум, плойке я говорю, типа, нашел? чуваки, как? На Нет, в плойке ты плойке нашел я бету? нашел, да? Ты бету Да. нашел? Ну вот просто тогда должен ткнуть меня скачать, и все, она должна скачаться, там больше ничего нет. А нету, там только купить стоит. Ну вот, нажми на нее купить, они тебе скажут, ты хочешь за ноль денег купить бету? Ну, короче, можно с сайта зайти просто, жмакнуть он там, типа, бесплатных, висит на главной странице. А там надо свои какие-нибудь данные, там, я не Ну, знаю. тебе залогиниться надо будет, просто ты А, через ну, PlayStation где-то. Network зайдешь, и все, как бы, тот же логин, что и на PS-ке у тебя будет. Ну, понятно. И все, я говорю, я дольше реально ее искал, я 1,5 часа угрохал, чтобы найти, блин, поговорить на форуме, добраться до нее, потом она за 5 минут скачалась, как бы, и все. Ну, именно поэтому они за 5 дней, как бы, ее и раздают, чтобы все успели ее скачнуть, иначе будет глупо, если ты там 18 числа поставишь на закачку, к 23 она скачается, и как бы и все. Ну ты сейчас играешь, когда ты играешь, оно шей, оно, когда играешь, оно шейпит же трафик, оно уменьшает скорость загрузки. Поставишь ее в слип, она докачается за ночь, все. Смущает. Меня вообще ощущение от оружия смущает. Оно очень какое-то пластиковое. Да. Блин. Ну, пока что впечатление отрицательное, но надо самим поиграть, да, почувствовать, как оно будет. Бета, потому что она бета за нафиг, это да. Я тебе расскажу, хочешь? Нет, еще. На следующей неделе. Ой, что я один? Нет, кажется, все по одному. Это хваленый Bungie матчмейкинг. Spark ready. Take it. Ну, пойдемте забирать этот. Enemy has the spark. Stop them. Да, который забрал. Может, давай? Enemy runner ignited your rift. Никого нет.